Здорово, стратегические жевжики. У нас тут намечается финишная прямая в нашем прохождении заинков на божестве Sid Meier's Civilization 6 с челленджем вырастить как можно более большой город. Ну, вообще, подробности в первой серии, если вдруг вы пропустили и случайно наткнулись на эту последнюю серию, то я даже не знаю, надо сходить посмотреть, что нам в первой. Так, тут я... Да, спонсоры канала все серии видят сразу в плейлисте. Большое спасибо вам за поддержку в это сложное время. Так, убираю свою рожу, адмирала забираю ради линкора с углем. То есть я сразу тут линкор делаю... Но мы его расформировываем, чтобы у нас просто плюс один уголь появился. Это следующим ходом обновится. Так, города-государства. Это я спутник запустил. Следующий давайте сразу проект делать. Умная экспедиция. Три хода. Мы, по-моему, все проекты открыли, кроме последнего. Да. Надо туда как-то... Я даже не знаю, озарение всех информационных технологий. Технологии информационной эры. Надо нам это, не надо. Так, давайте... А, подождите, я сюда приехал, чтобы космопорт, по-моему. Ракетостроение, диверсия. Давайте сначала диверсия на производство, потому что это на все влияет, а потом в самом космопорте. Хищение технологий, хищение... Ну, давайте тут хищение технологий как раз. Заказник завершили. Все равно вот тут еще недостаточно. Всего лишь притягивающий. Ну... Тут уже кампус бессмысленно, как мне кажется. Не знаю, может, рабочего. Тут еще вообще можно обработать. Ну, вот эти леса обработать, лошадей. А, давайте просто куплю рабочего. А строить будем верфь пока. Так, что дальше? Не видно нам, где у нас последняя теха. Так. Ну, нам в любом случае и робототехнику, и ядерный синтез надо открывать. Так, давайте через улучшенную баллистику. Потом расщепление ядра. Принимаем все посольства, со всеми дружим. И если Франция еще понятно, что-то к нам хреново относится, то что, бразилец? Не знаю, может, из-за того, что я великих... Вообще, можно посмотреть, там, возможно, будет написано. Не сказал бы, что... Ну, обычно бразильцы любят великих людей себе забирать, а не... что другие. Но я не думаю, что я много их там прям забрал, этих великих людей. Я думаю, есть кто и побольше. Блин, новое время уже через 9 ходов закончится. Что-то быстро. Что-то быстро. Так, войска были у границ, первые впечатления, претензии от других игроков, разные правительства, минус 20 аж. Это да, это серьезно. Так, лесопилочку не вырубаем, чтобы не снизить престиж. Так, давайте из Кахамарки. Дамбу. Я это выполнил, походу. Да, смотрите, как все залило. Красота. Ну, давайте сначала найти источники, потом сорвать ракетостроение, наверное, сделаем здесь. Так, исследовательские гранты продолжаем. Торговца, ученый. Я просто думаю, забирать ли мне этого ученого.
Все равно пока минус идет. Видите, два от дополнительных источников. Надо уголь будет купить сейчас. Сколько у нас уже? Две штуки. Антавария и вкуска. Я думаю, куска у нас максимум сейчас дает науке. Да, 203. Давайте мы, наверное, и еще и этот сюда перебросим. Вот так. Еще, короче, продукции 5 штук делается. А, кстати, что за продукция была? Белый чай первого сбора. Асано Сенча. Не знаю, не пил такой чай. Это что? Расскажите, если пили. Вольн Рен отвалился там. Дамба успешно повреждена. Жемчуг и шелк могу продать. Ну, давайте. Так. Тут купим нефрит. И уголь нам нужен. Покупаем. Этих расформировываем. Не нужны нам эти корабли все. Бессмысленные. И каперы можно расформировать. Пытались в Куско завербовать партизан. Нормально? Мне кажется, было бы хреново здесь с партизанами. Так, 15% Академия Лепорт. Ничего из этого у меня нету в городах, поэтому не буду ничего поменять. Нет, алюминий я тоже продавать не буду. Вероятность побега давайте прокачаем. Убили шпиона из империи Майя. Ох уж эти Майя. Да, кстати, кассу де Контрансьон как-то вообще не использовали. В итоге. Так, а за счет чего у меня уже минус пошел? За выбросы СО2. Давайте, знаете что, поставим карточку двойной эффект, если правительство отличается от сюзерена, я уверен, что у меня у всех отличается. Здесь, ну-ка, смотрим. Да, видите, 5. 7. Давайте так, 8. И здесь сделаем. То есть, по идее, у меня сейчас 1072 науки. То есть у меня сейчас заработала Килва Кисивани, точнее, не касса, Килва Кисивани. Вот это. Если вы сюзерен двух и более городов такого типа, то все ваши города получают дополнительный кошель плюс 30% от бонуса. Только, то есть, по идее, имеется в виду вот эти бонусы. Наука, две науки за университет и три науки за... То есть, вот, грубо говоря... Мы сейчас имеем не 3 науки, а 4 науки за каждую лабораторию. Например. Так, исследовательские гранты продолжаем. Мне кажется, Германия заберет скорее этого ученого. Я, наверное, следующим ходом его могу купить, но что-то я не думаю. Мне кажется, следующий должен быть лучше, чем этот.
Ну, блин, я понимаю тут, но у меня все они по одному ходу в любом случае открываются. У меня уже 1000 науки. Что я не думаю, что нам тут нужен ученый. Я его все-таки пропущу таки. А что тут так много варваров? Откуда они? Клан Трипаруса. Где этот клан? Ай, ну, Мокша, ладно. Мокша, это еще ладно. Хотя там, конечно, надо будет сейчас в этот город какой-нибудь, что-то снизило жилье, видите? Ну и довольство, соответственно. Наверное, давайте туда какую-нибудь Амани. Так, второй проект завершили. I'm a big laser believer. It has been said that arguing against globalization. Это в электронную коммерцию надо ставить. Давайте, наверное, вот так сделаем, а электронную коммерцию вот сюда. Так. Дальше у нас идет запуск колонии на Марсе. Перебросим. Ну, кстати, можно Пингалу перебросить, между прочим. А давайте Пингалу и заодно его повысим на космическую гонку. И его в Кахамарку. Диверсия на производстве прошла успешно. Так, сорвать ракетостроение. Тут тоже сорвать ракетостроение. Хищение шедевра, хищение технологии. Это шпионы в этой партии очень неплохо у меня работают все. Германия забирает его, я надеюсь. Так, тут заповедник, значит, сразу покупаем рощу и заказник. Красиво, ну, конечно, 3 клетки всего лишь. С другой стороны. Тут я так в итоге линии Наски тоже не нарисовал. Так. Верфь. А тут идем синтетическую технократию. Куча культуры сейчас дали. Это одномоментно из-за... Что там, лунная экспедиция? Она, по-моему, одномоментно дает столько культуры, сколько у вас было науки в сумме за последние, что ли, 6 ходов. I'm a big proponent of harnessing sports. Do not build character. Ядерный синтез. Тут, наверное, тоже ничего не меняем. Оставляем все как есть. Красота идет пока. Продолжаем исследовательские гранты. Какой там следующий ученый? Да, блин, он его не забрал. Ладно, следующим сейчас заберет, видимо.
А, давайте робототехнику. А почему мне вот это все ускорение? Это я украл у кого-то ускорение, да? Так. Еще одну продукцию сделали. Так, надо глянуть. Куска Антовалия Уануку. Я, наверное, в Уануку перекину. А, хотя или так пускай. Ладно, пускай так будет. И давайте мы везде еще на науку фокус сделаем. Так, уголь пока не нужен. Знаете, что хочу? Хочу религиозные... Нет, не религиозные, реликвии. Да, вон есть реликвия. Все, больше нету. А, бессмысленно, просто я чисто ради красоты. Ради искусства. Потому что мне ни туризм, ни вера, как вы понимаете, не нужны сейчас. Так, хищение технологий... Я еще могу. Нет, давайте, наверное, диверсию проведем в Ганзе лучше. Я не знаю, что там еще у немца воровать. Кстати. Ух ты, я тут не один, кто еще и майя заканчивает второй проект. Но вот в нанотехнологии немец вышел. Но я следующим ходом уже заканчиваю третий, да? То есть я все-таки... Нет, не следующим. А что триху? А что так долго? Подождите. Последняя продукция чайная. Боже, какие красивые все-таки заповедники. Как мне нравится по ним хайкать. Так, получилось все-таки завербовать партизан, блин. Ого, это еще и современные. Ну, прикол, что уже они на китайцев пошли. Повезло, кстати. Они реально на китайцев пошли. А мы в союзе, то есть и китайцы их убивает. Нормально. Мне нравится. If you do not change direction, distracted from distraction, сетевые общества. 5% за каждый город. Ну это мы поставим, наверное, когда синтетическую эту откроем. А где там у нас 5% за науку? Тут что? А, вот тут, да. Ну, синтетическую технократию приму следующим ходом. Так, Мокшу назначаю в столицу. Кого прокачаем? Честно говоря, пофигу. Просто уже не важно абсолютно. Так, ну что, какой там ученый-то нам? О, 1500, зашибись. То, что надо. Увеличивает доступных путей. Тоже, наверное, возьму. Че, последнюю мы с помощью великого ученого. Последнюю ступень запустим. Последний проект. Спасибо. Так, теперь, наверное, нейтрализовать губернатора можно. Подрыв дамбы тут. Нет, давайте сначала диверсию на производстве. Просто почти 1100 науки.
Это 126-й ход, 1700-й год нашей эры. Просто ужас. И, конечно, еще парочку космопортов, чтобы ускорять было быстрее. Так, ну и последний чай сделали. Так, синтетическая технократия. Тут, значит, ставим 5% культуры, 5% науки. 178 науки сверху. Демократическое наследие. И... наверное, надо что-то на... Так, республиканское наследие стоит. Либерализм может еще на всякий случай поставить. Так, ну что тут, где у нас... Ну, давайте попробуем с кибернетики начать. Надеюсь, что кибернетика откроет нам путь. Так, и последний... А, все, ученых больше нет. Так, тут мы сорвали ракетостроение, да? Все, видите, больше невозможно. Создано максимум продуктов. Ну, не знаю, космопорт... Ну, вообще, можно здесь космопорт вот сюда бахнуть. Почему нет? Что там, народ? Нет, даже не начинают еще третью. Но закончили уже Майя, немец. Вторые проекты. И нанотехнологии открыты. Нет, нанотехнологии только немец открыл. Нам умные материалы надо открыть. Это последнее, что осталось. Ну, колония на Марсе. Колония на Марсе создана. Я думаю, это достойно лайка. Не каждый день... Человек, особенно инк, на Марсе создает колонии. Например, вот на той планете, где я в реале живу, до сих пор еще нету колонии на Марсе. А вот на этой планете они в 1720 году создали. Так что, ребята, лайкосик, пожалуйста, комментарий написать. Ссылочки на социальные сети мои сейчас появляются. Или подпишитесь, если вы еще... не сделали это. Ну, а если вам очень нравится, то, мне кажется, можно и супер спасибо оставить, либо спонсором канала. А можно и то, и то. Либо еще как-то вот прислать денежку, есть в описании способы, как это сделать. Любому буду рад. Именно такие пожертвования и вдохновляют продолжать делать видео. Спасибо большое всем за поддержку. Продолжим... Так, тут починим, я думаю, пригород, что тут уже нам нету никаких, нету смысла никакие проекты делать. Научные гранты читаю просто потому, чтобы наука больше была, нам надо открыть. Во, есть умные материалы, и после умных материалов в ускорение идем. Отлично. Очень быстро, конечно, это дело. Правда, ускорялки еще не скоро появятся. Да, ну давайте дамбу сломаем ему.
По одному ходу открываются все техи. Просто обалдеть, конечно. Ну, давайте найдем источники и сорвем ракетостроение. Не знаю, кстати, насколько я реально ему мешаю всеми своими действиями. Так, никуда не буду отправлять. Хотя... Не, пока буду просто держать Болонию. Так, кстати, а что они дают? Тут науку за артефакты, а Болонья больше очков великих людей. Ну, такое тоже. Не самое важное. Даже не знаю, на что уже деньги тратить. Может, космопорт все-таки еще несколько сделать в городах, где максимум про это. Кахамарка там есть. Антавайлья, Уануку и Куска. Так, в Антавайлье давайте просто бахну вот на... Вот сюда. Уануку, по-моему, мне просто негде. Тут нету ровной местности. Угу, видите, даже недоступно. Тут леса, холмы. Я даже, нету клетку передать у Анука, чтобы построить. И вкуска, по-моему, мне негде. Ага. Так, какой еще там мог быть город? Аякучо. А в Айкучу я строю. Ладно, хватит тогда мне. Я думаю, космопортов. И потом я переключусь чисто на рост. Ух ты. Армии танков немец делает. Так, ну я с ним в дружбе, он на меня не нападет. Армии современных танков. Типичный немец. 1720 год. Какой там? Северная война? From the earth to the heaven, and it again descend. I shall return again to the light of the sun. Так, здесь, значит, берем запуск межпланетной экспедиции и завершаем Карлом Саганом. Все, пошел отсчет до победы, теперь нам надо это ускорять, но у нас, видите, межпланетный полет, считайте, еще раз, два, три, четыре хода. Пока это идет, надо исследовательские гранты читать, чтобы они быстрее это запустили. Не, подождите, тут один раз, я думаю. Так, а чё жилья все равно не хватает? Я уже пригород починил, не понял. Или мы тут просто достигли уже максимума по жилью? Чёрт. Кстати, больше неоткуда. Военный лагерь, кстати, еще дает жилье. Ну, там здание в военном лагере. Ладно, тогда отъедаем Антавайлей будем. Максимальный город у меня Антавайлия будет, видимо. Давайте я даже куплю здесь рабочего еще. Что нам тут обработать? Вот эту клетку. Вот эту клетку, геотермалку и все, да? 1332 науки. Охренеть. Ну, кстати, я выйду в нормальный век в итоге. Или, может, каких великих людей накупить. Дружба с Канадой. Так, я могу купить торговца. Джинсовые ткани, между прочим. Инженера, довольство и 4 жилья для города, кстати. Давайте я вот это все куплю. Адмирала. Остальное дорого. Так, я надеюсь, там... Кахамарки сломали космопорт. Ну, поздновато. Я успею его починить к тому моменту, как
Так. Чиним космопорт. Здесь торговца забираем. Инженера. Адмирала. Что-то кого дальше? Рейну. Районы за золото. Кстати, а где она у меня сидит? А я могу здесь космопорт за золото? Не, подождите. Мы тут залучены на каких-то, на каком-то говне. Арена, военный лагерь, пригород, акведук, дипломатический квартал. Кстати, ничего не хочу покупать на самом деле. Канализацию просто в центре куплю и все. Никуда не отправляем. Не знаю, давайте проект Манхэттен. Что нам уже судоходство в гавани вообще нафиг, по-моему, надо. Так, борьба с глобальным потеплением. Тут пока ничего не меняем, но нам осталось два хода. Нет, три. Три хода. До ускорялок три хода. Причем я уже второй космопорт как раз к этому моменту построю. Остальные еще 6 ходов и 7 ходов. Блин, опять губернатор, опять пингалок. Слушай, мне надо сюда, наверное, посадить шпионов Кахамарку. Вот уж они пингалу... Ну хотя я уже все запустил с другой стороны. То есть эти проекты на ускорение, они ж быстрые. Просто надоело, что они мне тут гадят все. Я все равно посадил шпиона. Ну, противошпиона я имею в виду. Ой, я на втором месте оказался. Ускорение двух социальных институтов. Я единственный в нормальном веке? Вау. Нет, не единственный, все-таки показалось. О, для заданий на контрразведке. Ходясь на родную территорию, понижает уровень всех вражеских шпионов. Давайте вот так сделаем. Боже, как у меня шпионы вообще все разламывают несчастному немцу. Кстати, вот эту Елену Рубинштейн тоже хотел бы приобрести, я думаю. Так, три довольства, наверное, я в Кахамарке сделаю. И четыре жилья. Ну, не знаю, куда тут, какой город засюзеренить. А тут даже поблизости нету никого. Ну вот Буэнос-Айрес давайте сюда отправим. И
Я думаю, ему 10 ходов плыть, я думаю, он даже не успеет доплыть, как игра закончится. Ничего пока не меняем. У меня резко счастье ушло. Там, блин, я черепахе за ноль денег продал. Не глядя. Ну, она просто пока не работает, а вот следующим ходом начнет работать. Надо было дождаться. Ну, запрещено было Конгрессом. Я уже не глядя. Так, на всякий случай проверим, конечно, культурно. Но я уверен, что... Вообще, хотя половину уже практически набил... Ну, треть набил Педро, но... Слишком быстро я по науке иду. Давайте прирост за себя. Проголосую. У нас же челлендж как можно более большой. Так. Недоступно. Давайте... Сорвать ракетостроение, чтобы мне это не делали. 2 очка дипломатической победы за себя, и всемирные игры хайдут. Так, вот это мне важно. Вот это мне важно. Ну и за себя тут чисто. Хотя, давайте чуть... Так. Так. Все. Я думаю, все, что я голосую, все пройдет. Так, плюс 20% прироста населения. Сорвать ракеты состояние недоступно. 2 очка дипломатической победы. Канадец. Ну-ка проверим на всякий пожарный. Нет, он не в состоянии тут победить, конечно. Так, все, следующим ходом у нас уже межпланетный полет. Адмирал. Инженер. Во, здание этого района влияет на 3 клетки дальше. Давайте на инженера почитаем. Нам уже точно наука не нужна. Так, на родной территории в Кахамарку его. Да, ускорение. Давайте ганзы ломать. Какое там ускорение еще можно. Так, починен космопорт. Следующим ходом ускорение начнем делать. Исследовательские гранты. Так, 31 житель. Я думаю, что здесь ходов 5 осталось. Наверное, я максимум до 33 смогу вырастить антовайлью. Да ладно, вот это, кстати, больно. Вот там они меня сейчас пограбят. Видите, вкуска. Ein kleine Partisanen. Блин. No, my friends. We have not... Так. Вертолетик. А, тут... Блин, я, наверное, может космопорт защищать?
А не... Тем более у меня тут нету еще пингала, еще не вернулся. На еду будем отправлять, чтобы максимум вырастить. Ну, просто чтобы не ставить, тут уже нету смысла что-либо ставить. Кстати, прогнозирующие системы стоит открыть. Вот 4 хода и 3 хода. Тут давайте купим... Подожди, 2 хода... Через ход купим. Так, у нас перекупили. Ну, а вообще, надо отменять все. Мне пофиг уже, что перекупили. Отменять на науку. Все. Карточки сменять. Чисто еда и производство. А, нет, не хочу. У меня там, у тебя шпионов куча сидит. Не хочу я с тобой в союз. Хочу тебе все ломать там. Ломать тебя полностью. Да, больно, конечно, тут все. Так, дайте-ка мы один ход что-нибудь откроем. Вот тут и руи балет. Антитеррористическая операция прошла успешно. В всякий случай апну тут все юниты, чтобы быть готовым вот к подобному. Так, ступу. Сначала даже пригород отремонтируем, потом ступу. Так, из Антавайлии чисто на еду отправляем. Вот сюда плюс одна еда пускай будет. Так, здесь покупаем строителя следующим ходом. Вот это строить береговые электростанции. Так, ну последний я. Одна света. Уже 5 световых лет пролетел. Да, и даже горнолыжные курорты можно построить. Так уж и быть. Блин, я забыл убрать. Фокус на науку надо поубирать, конечно. Наука мне уже не... Ну, мне ни наука, ни культура, ничего не нужно. Чисто еда. Еда и производство. Метеоритный дождь. Это что он даст? Вертолет? Это мы ускорялки сделали. Так, тут, значит, меняем вот это и это. Рационализм тоже меняем. 5-летний план оставим. Что у нас здесь? Действующие губернаторы, жилье и довольство. Ставим. Дальше. Что-то не видать больше на жилье. Интегрированная военная плюс 1 к перемещению на вражеской территории. 50% при создании ОБР.
Что-то все остальное нафиг надо, получается. Боевой опыт, уголь, кстати. Уголь, не, нормально, уголь в плюс прямо идет. Все расформировал, уже всего хватает. И даже не знаю, лояльность не нужна. Уничтожение юнитов прошлых эпох. Блин. Все бессмысленно. Ну, эти два действия строителям, не знаю зачем. Ну и... блин. Три пищи. Ну, давайте вот на районы. Все-таки пища добавляется хоть какая-то. На пригороды, имею в виду. Так, теперь... Видите, как резко снижаю науку. Сколько у меня там, 1300 было, а сейчас будет 700. Так. Блин, я же тут уже великого человека заюзал, который... счастье и жилье давал. Что-то я не понял. Странно. Это реально странно. Так, что-нибудь тут нам... По-моему, тут ничего не дает. Жилье вот Махенджо-Даро давало. Ну, с другой стороны, давайте засоюзим, что он нам... Это просто как бы дает пресную воду всем. Еще валету проверю. Куплю все в центре городов. По максимуму. За веру, я имею в виду. Да, блин, чё они? Пища, производство, золото. Так, один ход до космопорта. Космодрон Вахим был кем-то саботирован. Как это? Подождите, у нас же запрещено. Как он мог быть кем-то саботирован? У нас же конкретно активные эффекты. Недоступно сорвать ракетостроение. Странно.
А каждая технология будущего, кстати, увеличивает скорость создания проектов, если мне не изменяет память. 5% к производству при выполнении городских проектов, да. Так, 9 преодолено, вход 4. Значит, будет 13. Ну, короче, через ход, я так понимаю, мы побеждаем. И все, и у меня будет, наверное, 33 жителя максимальный. Максимальный город. Я вот чувствую, что я мог лучше, конечно, разогнать. Но мне кажется, мне удалось показать, что инки имба, что, извините, на 139-й ход на божестве победить, это очень быстро. Или даже на 138-й у нас будет, сейчас посмотрим. Не, наверное, на следующий мы не победим. 7 вход. 3, да, через эти. 139-й ход будет. 33 жителя. В общем-то, можно будет подводить итоги. Уже можно подводить итоги, точнее. Значит, напоминаю, у нас челлендж был и победить как можно быстрее, и самый большой город. Значит, у меня будет победа 139-й ход. 33 жителя, самый большой город. Можно еще дополнительно... Не знаю, давайте первые три еще города можно дополнительно написать. А именно у меня Кахамарка 29 и Уануку 29. Да? Получается, значит, 33, 29, 29. Я уверен, что тут можно было получше вырастить. Несколько ошибок, конечно. Вот тут надо было успеть кампус поставить. Это я ошибся. Уануку надо было... На клетку левее ставить, это точно. Вы можете, кстати, еще скрины своих городов, точнее, вашей империи присылать, как оно располагалось. Вот как-нибудь вот так делать. Мы же тоже где-то в этом месте ставили все. Присылайте скрины, как у вас расставились города. Ну и на какой ход? Тоже важно. 139-й у меня ход победа. Я как бы не сомневался в победе, потому что инки просто имба. На божестве играть, на божестве за инков играть, компьютеры просто не могут ничего сделать. Вот вам кажется, что они слабо развивались, на самом деле нет, это я очень быстро развивался. Была бы другая цивилизация, было бы более competitive такое соревнование. Тут я очень быстро развивался, если вы думаете, что там... Вот в прошлых играх более такое соревновательное было, в прошлых партиях. Тут инки имба. Просто дикая. При том, что это все на одном районе завязано. У вас этот район дает вам все. Культуру, производство, еду. А горы, благодаря тому, что вы горы можете обрабатывать, то вам не надо этот район ставить на других клетках. То есть вы ставите его на горы, а другие клетки используете там для строительства районов других и прочего. В общем, имба лютая. 139-й ход, просто улетели далеко и надолго. 1300 науки было, даже вот сравним науку. Это же ужас, при том, что у меня не так уж и много кампусов прям я поставил. Это просто от количества жителей в городах. Вот так все. Наука, вот культура еще можно посмотреть. Ну, по культуре, кстати, я не сильно тут. Тут народ сильнее в нее вкладывался. Вот Педру и почему-то кто? И канадец. Но в итоге получилась вот такая партия.
Мне кажется, интересно, вот за инков именно тут другой вызов, вам надо правильно эти заповедники расставить. Я вот, кстати, не уверен, что я везде правильно поставил. Опять же, присылайте ваши скрины в комментарии, посмотрим, как вы расставили, на какой ход победили, какого размера у вас города. На этом все. Ну, мне понравилось, не знаю, мне все равно понравилось, как бы мы по-другому сыграли. Хоть тут, может кто-то сказать, не было войны, ядерку не кинули. Но это было, это есть во всех других партиях. Интересно по-разному это делать. Видите, сыграли через заповедники. На этом все. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.